Здравствуйте, в эфире программа «События», в студии Алексей Галатинов. Ситуация на Украине – одна из тем саммита «Большой семерки», который открылся в воскресенье в баварском замке Эльмау. Второй год подряд встреча проходит без участия России. О возможности продления санкций в отношении нашей страны уже заявили лидеры США, Великобритании и Германии. Однако взгляды политиков все меньше совпадают с мнением простых европейцев, подтверждением чему стали массовые акции антиглобалистов, сопровождающие встречу «семерки». Евгения Карих расскажет о происходящем в Баварии. Еще вчера мирные демонстрации, сегодня жестокие столкновения с полицией. Саммит G7 в Баварии начался под аккомпанемент масштабных акций протеста. Тысячи людей, сотни транспарантов. Антиглобалисты выступают против войн, капитализма, глобализации. Требования есть и более конкретные. Саммит обошелся Германии в 360 миллионов евро. Не слишком ли большая цена за то, чтобы 7 человек встретились и поговорили? Мы пытаемся подобраться как можно ближе к замку, чтобы обратить на себя внимание. Моя позиция такая: нужно распределять благо между бедными и богатыми. Я обеспеченный человек, но готов, например, делиться. Но 20 тысяч полицейских хорошо поработали, искаженные гневом лица демонстрантов не попадут на коллективные фото семерки. Ангела Меркель встречает гостей, прибывают кортежи. На специально отстроенную площадку садятся вертолеты. И вот он, первый снимок на фоне идеально мирного пейзажа. Ленты информагентств уже сейчас переполнены заявлениями. Правда, это скорее анонсы тем, которые обсуждать будут завтра. Скандал с ФИФА, борьба с коррупцией, климат, поиск альтернативных источников энергии. Но, как и предсказывали политологи, активнее всего говорят про Россию. Участники встречи грозят продлить санкции. Накануне саммита немецкие журналисты шутили: «Путин – привидение замка Эльмау». Его не пригласили, но он все равно здесь, пусть и незримо. Согласно опросам, более половины немцев возмущены решением не приглашать российского лидера на саммит. С ними эксперты и политики первого эшелона Герхард Шрёдер, Гельмут Шмидт, Матиас Плацек, Грегор Гизи и даже министр иностранных дел ФРГ. Мне бы хотелось, чтобы России удалось проложить обратный путь к старому формату «Большой восьмерки». Вряд ли кто-то сможет возразить. Мы действительно нуждаемся в России в качестве конструктивного партнера, как минимум для обсуждения сложившейся ситуации в Сирии. И география кровавых конфликтов на Арабском Востоке только расширяется. Логично было бы обсуждать с российским президентом также урегулирование конфликта на Украине. Ведь Путин с Меркель и Олландом вместе разрабатывали текст Минских соглашений. Но лидерам «семерки» не до логики. Возможно, не случайно митингующие по всей Баварии называют эту встречу самолюбованием. Барак Обама, как обычно, подготовил политическое шоу. Я должен признаться, я забыл мои кожаные штаны. Но я обязательно куплю их здесь. Обама хвалит Меркель и в ответ слышит тоже. Несмотря на некоторые расхождения во мнениях, Америка остается нашим другом, партнером, настоящим партнером, с которым мы очень тесно сотрудничаем. Обама и Меркель за одним столом. На обед белые сосиски и безалкогольное пиво. Следом четырехчасовые переговоры. Накануне Белый дом распространил информацию, что на саммите предстоит выработать новую позицию по России. С фрау Меркель президент США, видимо, уже провел инструктаж. Если учесть, что у него в Эльмау намечены только двое двусторонних переговоров, еще одни с Дэвидом Кэмероном, можно представить, кто на самом деле правит здесь бал. Что до остальных участников встречи, они пока любуются с супругами, видами Альп, общаются с журналистами. Да и вино из лучших виноделен Германии ведь привезли в замок не зря. Евгения Карих, ТВ-центр. Мировые лидеры упорно грозят нашей стране новыми санкциями за срыв Минских соглашений, но не говорят о карах в отношении Киева за то, что он не выполняет прописанные в документах положения о политической реформе, восстановлении социально-экономических связей с юго-востоком страны. Москва-то как раз делает и будет делать все, что от нее зависит, чтобы оказать влияние на власти непризнанных самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил Владимир Путин в интервью газете «Карьера де ла Сера» в преддверии своего визита в Италию. По словам президента, проблема в том, что Киев не хочет садиться за стол переговоров с представителями ополчения. На это Россия, в отличие от западных партнеров, повлиять не может. Владимир Путин еще раз напомнил, что кризис был создан искусственно, и его причины несоразмерны с той трагедией, которую мы видим сегодня. Зачем это все сделали? Я не понимаю никак. Я спрашиваю многих своих, в том числе европейских коллег и американских коллег.
Ситуация вышла из-под контроля. Знаете, что я хочу вот сказать и вам, и вашим читателям? 21 февраля прошлого года было подписано соглашение между президентом Януковичем и оппозицией о том, как жить дальше, как выстраивать политическую жизнь в стране и о необходимости проведения досрочных выборов. И нужно было добиваться исполнения этого соглашения. Тем более, что под этим соглашением в качестве гарантов его соблюдения подписались три министра иностранных дел европейских стран. А если коллег наших использовали в качестве статистов, и на самом деле они не руководили ситуацией, а реально в поле, что называется, ситуацией руководил там, не знаю, посол или резидент ЦРУ США, то тогда они должны были сказать: вы знаете что, мы о переворотах не договаривались, и мы вас поддерживать не будем, идите на выборы. То же самое касается и американских наших партнеров. Допустим, и у них ситуация вышла из-под контроля. Но если бы американцы и европейцы сказали тем, кто совершает такие антиконституционные действия: мы вас не будем поддерживать ни при каких обстоятельствах, если вы таким образом будете приходить к власти. Идите на выборы и побеждайте. И у них стопроцентно, кстати говоря, был шанс победить. А все об этом знают. Ситуация развивалась бы совершенно иначе. Совершенно иначе. Так что я считаю, что и причина этого кризиса совершенно рукотворная, и это результат непрофессиональных действий со стороны наших партнеров. И сопровождение этого процесса абсолютно неприемлемое. И хочу еще раз подчеркнуть, это совершенно не наш выбор, мы к этому не стремились. И вынуждены просто реагировать были на то, что происходит. Разведка ДНР выявила новые факты перемещения тяжелого вооружения Нацгвардии к линии соприкосновения. Силовики подтянули реактивные системы залпового огня и крупнокалиберную артиллерию. Об этом заявил представитель Минобороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин. Нацгвардия в воскресенье вечером с новой силой возобновила обстрелы из запрещенной артиллерии. Самой горячей точкой стал Куйбышевский район Донецка. Снаряды попали в многоэтажные дома. Ранены 3 местных жителя. О последствиях атак украинской армии в Донбассе Илья Андреев. Больше 100 мин всего за сутки. Донецко-Горловка снова под ударами силовиков. Очевидцы уверенно показывают на Авдеевку. Стреляли оттуда, с украинской стороны. С Авдеевки лупят. И свиста не было. Просто глухой разрыв и все. Так вы очевидец, да? Ну, очевидец как, вон дом, я там живу. Только телевизор смотрел, тишина гробовая, только разрывы и все. Смотрю, дым пошел. В поселке Октябрьский, что в черте Донецка, артиллерия уничтожила местный рынок. Пожарные не успели справиться с пламенем. Здание восстановлению не подлежит. Десятки людей остались без работы, а предприниматели еще только подсчитывают убытки. Товар уничтожен огнем. Заливайте крышу! Ну сколько же можем жить терпеть это? Я что же поднялся? Почему не принимают экстренные меры? Ну надо уже как-то с этим делом же разбираться по-серьезному. Ну, отвечать же все равно придется кому. От обстрелов пострадал весь север Донецкой республики. В том, что бои возобновятся, в Донбассе в последние недели никто не сомневался. Разведка ополчения снова докладывает о скоплении тяжелой военной техники в районе Донецкого аэропорта. Не менее 20 боевых единиц. В столице ДНР готовится к новым обстрелам. Разведка вооруженных сил ДНР продолжает фиксировать факты перемещения военной техники и личсостава ВСУ в направлении линии разграничения. Отмечен наращивание тяжелых видов вооружения, запрещенных Минскими договоренностями. ВСУ смотрит, как нас уничтожают. День изо дня. У нас все горит, горит, дома, все. У нас дети гибнут. В ОБСЕ тем временем ищет замену Хайди Тальявине. Работа представительницы ОБСЕ в контактной группе устраивала обе стороны конфликта. Ее отставка может означать, что переговоры зашли в тупик, а действия силовиков на время остались без надлежащего контроля. Хотя в Донецке пока еще надеются, что Киев удастся вернуть в дипломатические рамки. Илья Андреев, Никита Васильев, Артем Расказихин, ТВ-центр. В Азовском море около Мариуполя взорвался катер украинской береговой охраны. В результате 6 пограничников ранены, один из них позже скончался в больнице. Капитан судна до сих пор не найден. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Водолазы ведут поиски пропавшего военнослужащего. В море также вышли катера береговой охраны и службы спасения. Специалисты выясняют причины ЧП. По одной из версий, судно налетело на взрывное устройство. Еще в декабре украинские власти объявили о минировании части акватории Азовского моря. Не исключено, что катер напоролся на свое же минное заграждение.
Депортация россиянки Варвары Карауловой из Турции ожидается в начале следующей недели. Об этом сообщил адвокат студентки, задержанной на турецко-сирийской границе. В настоящее время девушка, подозреваемая в связи с террористами Исламского государства, находится в провинции Батман. Сегодня с ней впервые удалось поговорить российским дипломатам. Юристы готовят материалы для передачи дела в суд, который и должен принять решение о депортации. Вопрос пришлось отложить из-за парламентских выборов. В воскресенье граждане Турецкой Республики проголосовали за членов Меджлиса. Явка составила более 85%. В гонке участвуют 20 политических партий, но главное внимание приковано к двум. По предварительным подсчетам, правящая партия «Справедливости и развития», основанная нынешним президентом Реджепом Эрдоганом, лидирует, но не набирает достаточно мест, чтобы в одиночку сформировать правительство. И впервые в Меджлис проходит прокурдская народно-демократическая партия. В легендарном Артеке открылась юбилейная смена, посвященная 90-летию лагеря. Отдохнуть на берегу Черного моря этим летом смогут более 2000 детей и подростков из всех регионов России. Путевки они получили за достижения в учебе и спорте. К юбилейной смене подготовили и саму здравницу. За год российские власти провели масштабную реконструкцию. О впечатлениях детей от обновленного лагеря расскажет Борис Максудов. Белое полотно с красным крестом и полумесяцем, флаг, с которого начинался легендарный Артек в Крыму. Спустя 90 лет он вновь развивается над лагерем, а новое поколение артековцев дает традиционную клятву. Красные галстухи на ребятах, как часть исторической реконструкции, самой первой в истории линейки. Тут мне очень нравится, атмосфера очень хорошая, приятная, хорошее было открытие смены. Все очень круто, спасибо большое. Свой день рождения Международный детский центр отметит уже через неделю. К 90-летнему юбилею Артек в буквальном смысле отстроили заново. Реконструированы 6 лагерей. Капитальный ремонт здесь ждали 30 лет. Лагерь обновился сильно. Новые площади, новые возможности. Но, понимаете, слишком долго у Артека не было хозяина. Очень надеюсь, что он появился. И появился надолго. Гордость строителей – восстановленный бассейн. Он оказался самым сложным с инженерной точки зрения объектом. Его не ремонтировали больше полувека. В распоряжении артековцев теперь современное спортивное сооружение. Так как мы строили объекты, предназначенные для проживания детей, вот, здесь были использованы экологически чистые материалы. В отделке фасадов мы можем сейчас посмотреть, это энергосберегающие технологии были применены. Мамы и бабушки могут спать спокойно. Кухня Артека – это не только самое современное оборудование. Над разработкой меню трудились повара и специалисты-диетологи. Столовым Международного детского центра могут позавидовать и рестораны. Видели, да, сколько помещается здесь порций? Практически половина того, что нужно сделать. Если бы какое-то другое оборудование, это гораздо дольше был процесс, и мы, конечно, бы не справлялись. На юбилейную смену Артека приехали больше 2000 детей из разных уголков страны. Все они попали сюда бесплатно. С этого года поездка в Международный детский центр – это награда за успехи в учебе, творчестве и спорте. Артек – это город детства, это, как мы называем, место надежды и открытий. Потому что каждый ребенок, который попал сюда, он, у него сбылась своя мечта, которую он давно уже мечтал. Мне кажется, это очень сильно. То, что попали мы сюда все в Артек, это такая как бы высокая планка для нас. Во время реконструкции удалось сохранить исторический облик Артека и уникальную природу. Свои 90 лет легендарный лагерь встречает полностью обновленным. Борис Максудов, Юрий Ламзин, Дарина Сафонова, ТВ-центр Крым, Артек.